Всем привет, ребята, с вами Алинка, и мы на канале Сафик 1, 2, 3, 4, и мы будем играть сегодня в стендов, и не просто играть, а дуэлиться. Да, мы будем дуэлиться против Коти. А вы уже знаете, что я профессиональный игрок стендоффа, потому что мой сенсей Сафик 1, 2, 3, 4, мы же не просто так на его канале, он меня еще и обучал профессиональной игре в стендоффа. Поэтому, ребята, прямо сейчас я задоначу Коти, а вы в это время подписались на канал, сделали красную кнопку серой. Ну и, может, напишите в комментариях, с кем мне еще задуэлиться в стендоффа. Ну а сейчас продонатить, ребята. У Коти сейчас проходит стрим, и прямо вот ей 250 доначу. Пишу, что году на дуэль. Дуэль, надо правильно написать. И свой ID. Все, ребята, я отправила свой донат. Ждем. Ну где же мой донатик? Вот, ребята, вот мой донат. А что у меня сегодня? Дуэль. Соня, Алинка. Видимо, сегодня женский день, и я хотела сыграть с Котей, потому что она тоже девочка и довольно-таки необычненько играет, как и я, в принципе. Поэтому я хочу поскорее начать эту катку и поскорее ее закончить. Ну, в роли победителя. Иначе мне придется делать харакири. Я говорю, если я проигрываю, то я продаю свой аккаунт. А я не хочу этого делать, потому что у меня красивые скины. Поэтому ждем дуэль. Ребята, Коть уже добавила меня в лобби, и с минуты на минуту мы начнем с ней дуэлиться. Ребята, надеюсь, в этот раз мне дадут уже выбрать спецназ, потому что я знаю столько плюшек, столько всяких нычек. Но, видимо, не судьба. Ребята, действительно, видимо, всем нравится играть со спецназ. Это какая-то имба. Но я хочу это опровергнуть, так сказать, и сыграть серьезно. Представляю, что она только что Велю выиграла, эта девочка. Она Велю только что выиграла. А ты не хочешь с ней сыграть? Так ты играй, она с тобой. Типа, девочка против девочки. Коть, давай максимально. Поняла. Ты уже не в кондициях, но максимально. Я считаю ее профессиональным противником. Да я и кента считала, просто с кентом страшно играть. А с Коти, ну, я не знаю, мне кажется, у нас скиллы примерно... Ой, такая милая шишечка такая. Новогоднего. Ого, я их хлебучку зацедила. А прикиньте, она Велю выиграла, я ее выиграю. Шишки свое внимание застрелила, блин. Котя, ну за что ты меня так? Я думала, мы подружки, Котя. А ты меня, блин, убила. Ладно, смотрите, сначала купим деньги, потом уже покупаем... Опа! Простите, ребята. Прости, Алина, но ты слишком много всех нагибаешь. А я, ребята, пришел сюда, чтобы нет, чтобы меня не нагнула Алина, а чтобы вы узнали, что такое One State. One State — это первая в истории игра с открытым миром и ролеплей режимом. Нет, ребята, это реально клевая игра. Я впервые увидел нечто подобное на свой планшетик. Huawei. Только взгляните. Вот, ребята, это я полицейским играю. Да-да-да. Я еще и напал на банды, поработал таксистом. Кем я только не был в этой игре. Представьте себе, сотни человек на одной карте. И даже тысячи одновременно играют вместе. Ты можешь построить карьеру полицейского, стать медиком, бандитом и вести криминальный образ жизни. Построить свой бизнес, торговать с другими людьми. Все зависит только от тебя. Так что, ребята, развивайтесь в One State. Ну и, конечно же, если вы не поняли, то даже на моем планшете она идет. Он оптимизирован под различные виды устройств, так что все будет в порядке. Ну и, конечно же, он совсем бесплатный, без надоедливой рекламы. Да и вообще, скачивайте его по первой ссылочке в описании, ребята, рекомендую. Ну а Алинку надо отправлять дальше в бой, да? Я думаю, вам интересно. Давай! Так, ребята, а что это за Алинка? А что это за малыха? А кто это такая? А кто это такая красивая? А кто это такая реально малышечка красивая вообще? Ребята, ребята, подпишитесь, кто любит девочек, красивых девочек. В принципе, нет смысла тратить деньги вообще на что-либо. Котя, выходи. Котя на Б. Я слышу. Котя слишком громко. А, я поняла. Видели? Я только что как реально... Кое-кто откинулся как говно, видели? Что ты? Ой, а теперь не шишка, сейчас что-то другое. Ладно, наверное, опять не будем ничего покупать. 3700 покупать незачем, мы наравне. Я взяла ее пушку. Да. Блин, я думаю, что это 8-0. Посмотрите, она простреливает. А я могу потом рассказать, как это делать. Я опять ее слышу. Она где-то тут слева. Котя! Котя!
Алинка, это училка, поняла. Это Алинка или не Алинка? Мне кажется, что это Веля. Такое из предчувствия. Кстати говоря, ребята, я хочу просто выиграть в чистую, типа 0-8. Вот мой план, вот мы. Я надеюсь, что получится, потому что... А что, должно не получиться? Может и получится, а может и нет. Ладно, мы купили ружку, теперь встаем на свое любимое место и можем... Братва, где она? Ага, стоит, видите? Реально показывает скилл, показывает, чему меня научил Сафик. Барабы. Где она вообще? Я не помню. А где? А куда ты? Опять идет. Минус 86. Алиночка, читы вырубай, малыха моя. Малыха моя, читочечки вырубай, моя крошка, реально. Я считаю, что Котя хороший игрок, действительно. Просто я тренируюсь каждый день. Ладно. Оп. Я думаю, она в темке, наверное. Дядь. О, хорошо. Подождите, а что тут у нас у Алинки? А Картик, Алиночка, малышка, давай мне своего. Ой, хорошо. Какая Алиночка стояла. А мы ее подпустили немножечко. Я не ожидала. Ты шо, Котя, ты уродец. Меня это аж свело нервы. Нервы. Боже мой, я испугалась. Ладно, серьезно играем. Берем все, смог. Все гранаты берем. Так, ребята. Она, наверное, в темке, да? Ой, спрей какой капитальный. Она не в темке, она на Б. Я офигела. Ну, потому что как так? Как так? Выходи, Котя. Выходи, давай, выходи, быстренько. Алинка, что ты там стоишь реально в уголочечке? Ты, Алиночка, что мы там делаем, Алиночка? Вообще, она довольно-таки хитрая и непредсказуемая, поэтому, мне кажется, она снова вернулась на Б. Но я могу показать, как простреливать Б. Смотрите, вот, видите бочки? Запрыгиваем, потом вот так присматриваемся хорошенько и стреляем! И процентов 70, что мы куда-то попадем, если там есть человек. Где-то тут пукает, где-то пукает, слышу ее. Котя, привет! Срань вонючая. Да, это я тебя первая заметила, Котя. Не знаю, как, насколько ты меня заметила. О, наконец-то я накопила денег на М16. Все, Алинке хана. Алинка, прощайся сейчас. Сейчас начнется величайший камбэк. Но тебя я так хорошенько заметила. Чисто мы стилиста. Алинка, ты ни разу сюда не кидала бомбочку. Откуда ты знаешь, что я тут буду? Эй, Дора, готова? Что-то там доллар. Я не слышу. Когда вот слышу, приятно. Когда я не слышу, не приятно. Не, смотри, она тупо кинула в меня и выходит и сразу прифайером. Реально, Алиночка, стримчик вырубай, реально. Это не Алиночка, там сидит мужик полосатый и поправляет, короче, телефончик, чтобы стримчик смотреть. Отвечаю, это не Алинка, братва, это не Алинка, не. Эй, Дора, готова? Глаза, доллар, бакс. Ладно, давайте еще раз дадим шанс моей нычке. Ну, на Коте вообще не работает эта нычка, конечно. Не, что я выходить буду? Котя сама придет. Она, видимо, не очень темку любит. А, сидит там. Тупо Степан, добрый вечер. Так и будем сидеть чухать яйцо одно. Слышите. Она сейчас это здание поднялась. Спустилась, ушла. Сейчас, смотрите. Крыса вонючая. Ну сиди, ну не люблю я крыс, не люблю я таких подтюков, ребята. Сейчас было бы так тупо не попасть, ребята, в спину. Да, это плохо. Я понимаю, это очень плохо. Но, как бы, ты громко шагаешь, Коть. Это уже не мои проблемы. Возможно, она меня даже называет крысой. Я бы тоже так назвала человека. Но, как бы, кто, блин, выбрал спецназ, Котя? Кто отдает мне вот сейчас возможность прострелить тебя? Вот... Поперди, давай пердосочек свой включи, давай, все ты слила. Сейчас ты сольешь за собой какашки в унитазе. А я могла бы, она ведь там стоит. Я не попала вообще. Обидно, Котя, обидно. Вот когда я не попадаю. Ну как? Ну что, ребята, смотрите, в принципе, не в ноль, да, как бы. 7-1 это не в ноль, сами понимаете. Коть, я с тобой разговариваю, ты, конечно, хочешь выйти поговорить, но не так резко. У меня же это...
Нервные клетки не восстанавливаются. Ты шо, Коть? Установись, пожалуйста. У меня уже гранат на тебя не хватает просто. Я каждый раз бросаю, покупаю, бросаю, покупаю. Смотрите, давайте на Б сразу пойдем. Братва, то уже... А, понятно, ноль. Крестик на всю ее башку, тупо бронежилетную башку, как кирпич, как будто на голове вместо башки тупо кусок кирпича торчит. Я вижу этот сраный крестик на ее башке, ноль урона. Спасибо, Котя, на самом деле, за игру. Я очень счастлива с тобой поиграть. Я тебя уважаю, люблю, как и своих зрителей, так и тебя. Но у меня на кону аккаунт. На самом деле, я была реально рада поиграть с Коти. Я ее супер уважаю. И спасибо, ребята, что написали «Сыграй с Коти». И в этот раз в комментариях напишите, пожалуйста, с кем мне сыграть. И я вас люблю. Делайте красную кнопку серой, ставьте лайк и тыкайте на эту пулю, пока она не пропала. Возможно, она уже сейчас пропадет. Возможно, тут ничего нет. Но если тут что-то есть, тыкайте. И я вас люблю.